ребята, я вам сегодня кидаю вызов. Давайте сразимся по армрестлингу. Сейчас, короче, скидываемся деньгами, у кого сколько есть. И боремся. Кто побеждает, тот, ну, забирает деньги. Поняли, да? Я кладу, и вы, каждый из вас деньги кладет. Все согласны? Да. Все, давай, деньги несите. Деньги все принесли? Да. Покажите, какая сумма. Вот у тебя 200 рублей, несерьезно, вот пацаны по двушки ставят, я принес нормальные крупные деньги. Короче, если я выиграю, допустим, у него двушка, я двушку забираю. Если он меня выиграет, но мне приходится ему двушку отдать, все честно. Вот у него, допустим, полтинник, он хитрый, экономный, он понял, что я его выиграю, он полтинник ставит. То есть, если я у тебя выиграл, я забираю полтинник. Но если ты выиграешь, значит, ну, я этот полтинник найду, у меня там еще есть. Все поняли, да, логику? Да. Каждый из вас против меня сразится, ребята. Но у вас шансов мало. Эту тему я специально замутил, чтобы бабки заработать. Вот. Но шансов у вас мало, но вы все крепкие ребята. Ребята, в комментариях напишите, кто из них самый крепкий, у кого есть шансы. Но мне кажется, ни у кого нет. С кого начнем? Эники, беники, ели, вареники. Эники, беники, бум. Давай. У тебя что, какая сумма? Ребят, пятихатку он ставит, пятихатку я ставлю. Все, кто побеждает, тот забирает. Без обид. Без обид. Я знаю, что я тебе бабушка на пирожки дала, но если ты проиграешь, проиграешь. Так, ты, да, судья? На старт. Внимание, марш. Ребята, пятихатка пришла уже ко мне. Спасибо. Так, ты можешь идти. Все, проиграл. Так, кто проиграет, домой идет. Так, следующий вызовем. Вот. Давай начнем, кто поменьше, да? Я не знаю, что ты согласился. Я думаю, а, 1000 он ставит, да? Я не знаю, что ты согласился. У тебя шансов, по-моему, вообще нет, ребят. 1000 на 1000. Не, он жилистый, но масса тоже же имеет значение. У него, как вы видите, мышцы прям нормальные. Курагу ест дома, этот, гречку, да? Курицу, это же белки. На старт. Внимание. Марш! Все, ребят, еще пришло. Все, ты освободился, можешь идти. Процесс идет. Так. Ну давай ты. Вот этого парня, я думаю, тоже легко выиграл. Я сейчас как бы более-менее слабо. 1000, ребят, 1000. 1000 на 1000. Так. Все, готов? Давай, судья. На старт. Внимание. Марш. Их. Этот уже посильнее. Чемпион. 1000. Ребят, смотрите. Прямо и зарплату можно даже не получать. Вот она, зарплата сама приходит. Тут надо мозгами варить. Все, счастливо. Так, кто у нас еще сильнее-то? О, вот ты. Ребят, смотрите, он двушку принес. Нафига ты двушку ставишь, если я тебя выиграю? Ты хоть бы рублей 100 поставил. Зачем так рисковать? Что, у тебя зарплата дома? Что, много денег, что не пойму? Ты кем работаешь вообще? В школе? Учителем? Нет. А, ты еще не работаешь? Ладно. Двушку на двушку. Давай, судья. На старт. Внимание. Марш. Блин, у него рычаг высокий, видите, длинный. Ей уже сразу тяжело. Блин, реально крепкий. Вот, ребят, блин, вот я кисти. Ты тренируешься, что ли? Ты занимался армрестлингом? Ах ты хитрый, вот он двушку поэтому поставил. Он занимался, короче, двушка я забираю, ребят. Так, мое богатство. Я как этот Скрудж Макдак в этих мультиках видели, да? В детстве, так. Давай. Ты хоть бы поддавался чуть-чуть тренеру, блин. Специально прям зарубает. Ты хотел деньги забрать, да, все вот эти? Так. Ну, ребят, ну это не серьезно, я не знаю, что. Ну вот это 200 рублей, солидный мужчина принес 200 рублей, ну это что за фигня? Ну ладно, 200 я как бы принесу. Я думаю, ну 200 на 200, да? Да. Давай, судья. На старт, внимание, марш. А, блин, ну крепкий тоже, молодец, хитрый. Так, ну. 200. Но 200 тоже деньги, можно несколько чупа-чупсов взять или кока-колу, это тоже деньги, в принципе. Так, кто из них самый сильный? Давайте самого сильного в конце оставим. Так, ну я думаю, он не покушал сегодня, сейчас попробуем его взять. Ребят, серьезно подошел, смотрите, серьезно подошел, двушку на двушку. Двушку на двушку. На старт, внимание, марш! Блин, классно, все. Еще двушка пришла. Так, блин, ну, ребята, уже серьезно. Вот он, говорит, занимался в свое время в Таджикистане. Он, ну, сами знаете, Волкова. Покажи Волкова. Вот против него реально рискованно. Но деваться некуда, я же тренер. Что? Давай попробуем. А что ты сколько?
Полтинник! Ты вообще ж полтинник! Ты не самому не полтинник принес! Чемпион России полтинник принес! Что за фигня? Несерьезно. Ну ладно, давай, работаем. Густар, внимание, марш! Да не, вообще, не так. Один человек остался. Ну что, сколько? Ребят, пятихатка. Пятихатку давай мне, пятихатку. Пятихатка на пятихатку. Так, давай, руку ставь, уберешь, и мы начинаем. Давай. Так, кто проиграл, можете идти, ребята. Деньги ваши не вернутся, все по-честному. На старт, внимание, марш. Отходите теперь. А локтем не двигай, нечестно! Ребята! Молодец, все, чупа-чупс обеспечены. Ура! Тренер, а давай со мной! В смысле, ты оператор, ты в смысле, ты не участвуешь, в смысле? А ты что, зассал, что ли? Давай! А сколько ставишь? 5000. На 5 штук? Да. Вы все слышали? Ты слышал на 5 штук? Давай, давай. Иди сюда, подержи телефон. Я ставлю 5, а вы давайте все поставьте. В смысле? Я мастер, ну и что? Зачем я буду рисковать? Ты 5 ставишь, а здесь тут штук 12. Ну вы застали, вы же мастер спорта. Не, давай по-честному, 5 на 5, в смысле? Если ты вдруг, я же не знаю, ты, блин, реально здоровый, сейчас ты меня, может, выиграешь. Не, фигеть. Давайте все. Что, все деньги поставить? Да, да. Это мои дети, как бы, ну, не знаю, они в меня верят, я не знаю, но, ребят, если вы, мы проиграем эти деньги, вы без штанов останетесь, вы понимаете, за садик. Нет, лучше не надо. За садик нечем быть платить. Что, не надо? Вы сказали уже надо, или не надо? Не надо, не надо. Ладно, тогда 5 на 5, я слушаюсь их. В смысле, им же есть надо, у них манная каша с оканчивается. Не надо, не надо. Так, сейчас. Ладно. Надо мудро поступать, надо экономить быть, вот, 5 на 5. Короче, если выигрыш, пятерку забираешь, да? Так, кто судья, Горди? Я хочу. Марш! Горди, толкни чуть, помоги! Давай! Блин, ну базара нет, ребят, он меня завалил. Я уж просто говорю, не, ну, они помогли, но реально нечестно. Ты занимался, да, братан? У тебя разряд есть прям? Есть. А какой разряд? Третий. Фигеть, меня подставил, блин, на пятерку, брат, поздравляю. Ребят, все по-честному, пишите в комментариях, смогли бы вы завалить меня, мастера спорта. Все, на этом прощаемся.